Так, хочу вам посоветовать один соус, соевый классический соус, торговая марка, я смотрю, Сенсой, премиум, естественное брожение. Купил в магазинах ОК, если у вас этот супермаркет имеется, в магазины сети ОК, вы там посмотрите, стоил он всего лишь 62 рубля, что не очень дорого. 62 или 70 рублей, он дешевый, чем Хайнц был. А Хайнц-то считается неплохой, как кетчуп, и они делают различные соусы, Хайнц, торговая марка. Да, вот этот соус попробовал, взял, и он оказался не очень-то и плохим. Соус соевый, соевый, классический. Состав вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар. Так что можете, кто любит поливать мясо, вторые блюда каким-нибудь соусом. Я-то приверженец того, чтобы не просто есть, а чем-нибудь сверху залить. Кетчупом, с горчицей, с острым чем-нибудь. Ну, в принципе, такая штучка. И качество, качество. Понравилось тебе, да? Нет никаких примесей и привкусов, которые бы как-то вот вкус перебивали блюда или самого соуса. Бутылочка стеклянная. Так что имейте в виду сенсой. Соус. Кстати, в Окее, там тебе уже сказал, но еще раз, полочка есть, где продают всякие специи. Там что-то связанное. И в Мексике произведено. Такие достаточно бутылочки недешевые. Допустим, вот такая бутылка с соусом, даже поменьше, стоит 300 рублей. Это что-то связанное с перцем. Сальса, что-то такое. Но очень вкусное. Тоже хочу как-нибудь взять. У меня же венгерская паприка кончилась, которая мне нравилась. Надо что-то искать взамен. И в Окее есть те вещи, которые не вижу в наших супермаркетах. Но я говорю провинциальных. У нас в основном все нашего производства же идет. Всякие, как их называют там, Махеев. Махеев, да, всякие Моя грибные, семья. кали, моя семья. А тут действительно, ну это может быть не относится к этому соевому соусу, а к другим товарам. Там они произведены за границей, поэтому цена у них такая. Надо попробовать. Да, надо заценить, как-нибудь купить.